Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео мы найдем с вами знаменитое, гигантское, пропавшее Китай-озеро в современной России. Дело в том, что когда я собирал материалы для статьи «Окаменевшие. Чудесное сверхоружие древних», я на картах 17 века встречал не только данные про то, как люди внезапно окаменели в современной России. Вот эта карта Антония Джекинсона 1562 года. На ней есть не только там робот знаменитый «Золотая баба», но и на реке Оби находится гигантское просто Китай-озеро. И это был не просто один такой, такая карта. Вот еще знаменитая карта Келлера, очень подробная, переведенная. На ней тоже находились эти люди, окаменевшие в каких-то горах современной России. И стал же вопрос, а где же они находились? И рядом с ними находилось просто какое-то гигантское Китай-озеро. Вот это видео и создано для того, чтобы показать, где это озеро находилось, когда оно пропало. А пропало оно, как мы увидим ниже, в 17 веке, впоследствии той гигантской катастрофы, которую мы и так много раз находили. И оно послужит нам, во-первых, дополнением к той гигантской катастрофе, а во-вторых, станет еще одним ключом к подтверждению этой легенды про окаменевших людей и животных, которые до сих пор должны находиться где-то в горах России. Поэтому, путешествуя по интернету, я встретил исследование Александра Зайца. Всем рекомендую подписаться, ссылки в описании, в которых он утверждал, что нашел это гигантское озеро, где оно было. Ну, поэтому я и решил проверить, действительно ли это так, когда же оно пропало и все-таки какого же размера оно было. Ссылки на канал Алексея в описании. Ну, я вам еще ниже его покажу. И вот на всемирной карте Абрахама Артелиуса, которая была напечатана тоже в 1572 году, вот опять же на реке Оби есть это Китай-озеро. Ну, карта всемирная, кажется, оно небольшое. Но на самом деле, тот же Абрахам Артелиус, 1574 год, на карте Асии показывает, что озеро не то, что небольшое, оно просто гигантских размеров. То есть, а в современной России оно отсутствует. Поэтому еще более интересно, где же оно находилось. Эта карта не одна, вот еще карта Франкфурт. 1576 год, тоже гигантское Китай-озеро, в которое входят, видите, как минимум три реки, из-за чего оно получается гигантское, или даже входят две, или входят три, а выходит одна. То есть очень интересный объект, который отсутствует. Я уже молчу про то, что реки гигантские показаны, но об этом ниже. Опять же, карта Себастьяна Мюнстера, то есть 1588 год. Опять же, гигантское Китай-озеро на территории современной России. Опять же, на той же карте Келлера 1590 год. Все это озеро присутствует, и же с другими чудесами. И опять же, на карте мировой 1593 года. Вот оно, это Китай-озеро, присутствует, оно гигантское. Мы уже молчим про Даарию. С ним мы будем отдельно разбираться, так как я ее считаю как раз и причиной катастрофы прошлого. Но факт в том, что это гигантское озеро есть даже на мировых картах. То есть размер его просто гигантский. Просто так бы они не стали бы его изображать. Для того, чтобы люди поняли, какие иногда это карты. Вот я вам для примера показываю, как выглядела карта Италии. Просто карты иногда тоже сами гигантского размера из прошлого. Это не просто какой-то формат А4. Это карты, которые там занимали целые залы, или вот такие вот гигантские книги. То, что они были, для кого они были предназначены, это другой вопрос. Ну, факт в том, что карты эти все, это не просто какой-то же книжный формат. Там. Книжки иногда бывают разные и гигантские. То есть эта информация не просто так, она действительно достоверная. Тратились гигантские усилия, чтобы ее передать. Но, как я уже показывал, те же знаменитые карты уже начало 18 века, мы видим гигантские уже изменения, когда в мире пропала Северная Америка, пропал Дальний Восток России, изменился Каспий, другие регионы, и нет никакого Китай-озера. Ну и изменения даже были в Южной Америке, о чем будет отдельное видео.
Ну, для того, чтобы составить более полную картину, я же говорю, нам нужно найти и это озеро, Китай озеро, гигантское. Опять же, вот карта Джон Сенеки, 1721 год. Дальнего Востока России нет. Каспий другой. Тоже там чудеса с Черным морем. Чудеса с полюсом. Его перестали показывать. Показывали какие-то магнитные аномалии. Ну и никакого Китай озера нет. Было гигантское, а ничего не осталось. Так куда же все делось? Тоже карта из 1744 год. Никакого гигантского там Китай озера не наблюдается. Ну, об этом лучше всего нам говорит та карта, которую они не смогли спрятать или посчитали ее не такой уж опасной. Те, кто скрывал данные о происходящем в прошлом. Опять же, она мне нравится тем, это Яган Майкл Пропс, 1783 год. Тем, что на ней показано все-таки, что произошло с Дальним Востоком России. О том, что там образовались болота, вот они эти сопки, горы торчат, деревья всякие торчат, умершие уже. Почему и изменился Дальний Восток. На ней показан изменившийся уже Каспий. И на ней показано, что никакого Китайского моря, Китайского озера этого гигантского по размеру, близкому к какому-нибудь морю, на территории современной России уже не предвидится, его нет. По моим данным, больше всего пострадали северные территории. Потоп шел с северной части, именно с севера. Как это было, я уже много раз показывал и говорил, еще раз рассмотрим в других видео. Но сам факт, Китай-озеро должно быть где-то в этом районе. И если отсюда пошли гигантские массы воды, конечно, его все смыло. И оно просто не в состоянии уже было восстановиться. Потому что нарушена была вся геология всего вообще северного региона. То есть все смыло, размыло. Были нарушены реки и другие водные бассейны. Вплоть до Каспия. Если Каспий пострадал. Кстати, на этой карте с Google мы видим, какие такие проплешины, скажем так, идут от Северного Ледовитого океана. Вплоть до Каспия, до Черного моря, до Охотского моря. Это я к чему? К тому, что уже мы установили с вами примерное время исчезновения. По моим данным, это середина 17 века, потому что на начало 19 века уже более-менее современная карта. Каспий на месте, такой, как он и сейчас. Охотское море наконец-то обнаружили. Ну, нету никакого гигантского озера китайского на территории современной России. Так где же оно было? Ну, по мнению нашего автора, который видео я вам ссылки дам в описании, оно было вот здесь. Вот эта река Обь, вот эти притоки, вот они раз, два или даже три притока сюда, может и четыре в это китайское озеро, ну и выход, или одна река, или даже две выходила из него. То есть вот оно, это место, где было Китай-озеро, рядом с рекой Обью. Давайте еще раз посмотрим карту Антония Джекинсона, 1562 год. Что действительно река Обь впадала в это гигантское Китай озеро. Если более подробно, чуть-чуть удалить, то действительно вот он, один из притоков реки Оби впадает в это место. Размер этого места, и который и нашел наш Алексей Заяц, ссылки на материал в описании, я с ним соглашусь, что скорее всего оно действительно находилось здесь, потому что именно грунт в этом районе, он совершенно другой. То есть видно, что здесь изначально был какой-то огромный водный бассейн. Размер 200 километров на 400 километров. Вот я померил средние размеры 200 на 460. То есть это просто гигантское озеро. Оно действительно, вот оно, река Обь в этом районе проходит. То есть были притоки, которые сюда шли. Действительно была гигантская река и не одна. Она все сюда впадала, но вся геология была нарушена, все эти воды были разрушены, смыты, и больше это озеро не образовывалось. Может из-за перемены не только водяного баланса, но и климата в том числе, потому что его сейчас фактически нет. Есть место, где оно было, оно действительно, можно сказать, обнаружено, поблагодарить Алексея Зайца за то, что он дал нам дополнительные материалы для полноты картины того, что произошло в 17 веке. Ну, для сравнения, вот Байкал, 600 километров на 60, его средние размеры. То есть,
насколько было Китай-озеро, примерно в 3 раза больше современного Байкала. Ну, для понимания. Так что карта Келлера нам не врет. Нахождение этого озера сделано на шаг ближе не только к картине катастрофы 17 века, но и возрождению другой легенды про людей в камне, которые в горах стоят и ждут их своего открывателя. И уже, как говорится, район того, где они находятся, стал нам намного ближе, что поможет нам в будущем, я считаю. Тут и другие озера показаны, более мелкие, но, судя по карте, не настолько мелкие, чтобы на них тоже не обращать внимания. Но это нам поможет картину произошедшего в 17 веке сделать более полной. Вот эта китайская карта 1604 года, которую я показывал в предыдущих видео, на которой тоже мы уже тоже находили Даарию не один раз, что она присутствовала, потом она уже будет отсутствовать. О том, что Охотского моря никакого не было, это все была суша. Опять же, вот современные очертания Охотского моря. Я считаю, благодаря тем же картам, другим исследователям, другим материалам, что все-таки на середину 17 века Охотского моря не было, была вот такая вот береговая линия. А все это Охотское море, оно образовалось всего-то каких-то 350 тысяч лет назад. 350 лет назад, извиняюсь. И все это как раз результат той глобальной катастрофы. Также благодарю тем подписчикам, которые прислали свои данные о том, что в Якутии тоже вот такие тулуканы существуют. Это огромные наносы песка. Теперь понятно, что они тоже, как говорится, вышли из моря, из морей и океанов и были принесены на суши вследствие как раз недавнего потопа. На мой взгляд, пока это 17 век, середина 17 века. Огромные наносы песка на суше. И все это говорит о том, что потоп был. Это добавляет полноту картины как раз к потопу в Каспийском море, в Черном море. Почему? Опять же, эта карта начала 18 или начала 19 века из Франции говорит нам о том, что вот это вот, как говорится, преобразование того же Каспия происходило за тысячи лет. Но благодаря усилиям всех исследователей мы можем видеть, что еще в 1590 году Каспий имел вот такие размеры, а уже в начале того же 19 века он имел вот такие размеры. То есть это не тысячи лет, а в лучшем случае сотни, что опять подтверждает гигантскую катастрофу, которая дошла аж до Каспия, изменила его очертания, которые мы видим и на сегодняшний день. Все ссылки на материалы авторов мои, они под видео, я их покажу. Ну и то же самое, нам это помогло понять, что Черное море и Море Азовское тоже пострадали, потому что, опять же, этой катастрофой был затронут и Черноморский бассейн. И все это привело к тому, что вот на начало уже не 17, а 18 столетия Крым выглядел вот так. То есть какой-то обрезанный, затопленный дополнительными водами. И если брать современную карту, то мы видим, что только горы остались нетронутыми, все остальное, почву, все это смыло. И поэтому и Азовское море, и Черное море называют, мягко говоря, скажем так, морями, в которых находятся могилы наших предков, где находятся остатки погибших цивилизаций, потому что все, что смыло, попало в эти моря. Ну, а это нам позволяет сделать картину еще более полной. Также всем рекомендую, кто еще не видел, на канале Сергея Игнатенко добавить к этому материалу «Когда реки были большими», где он тоже показывает, что раньше изображались реки гигантские, что и всего этого нет, теперь это маленькие речушки по сравнению с тем, что было раньше. Ну, а все ссылки на источники, я же говорю, под видео. Здесь не только материалы моих находок и исследований, ну и находки того же Алексея Зайца, канала iSpeak, Сергея Игнатенко, других исследователей в статьях обозначенных. Ну и ссылки как раз на карты, если вы хотите сами убедиться, вот можете перейти, там целая подборка этих мировых карт за сотни лет, и сами все проверить. Все эти ссылки размещены под видео, здесь еще может быть кнопочка «Еще», нажмите и переходите куда вам душе угодно. Подписывайтесь на канал единомышленников, на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и на YouTube-канале привязанный мой сайт, мои социальные сети, где вы тоже можете мне написать,
или поделиться своими исследованиями, потому что это группы для новых исследователей, где можно делиться своими находками и материалами. Ну а тех, кто хочет помочь в создании новых видео, под каждым видео есть закрепленный комментарий. Можно помочь как информационно, так и материально. За тем, кто помогает материально, отдельная благодарность. Но и помните, что информацию мало добыть, ее еще нужно распространить. Поэтому ставьте лайки, пишите свои комментарии, добавляйте новые материалы, ссылки на них. Делитесь этим в социальных сетях. Потому что для того, чтобы победило зло, хорошие люди должны просто ничего не делать. А с вами был Виктор Максименков. До новых встреч. Благодарю всех за внимание.